такая осень золотая уже начинается быть. Так красиво. Такой вечер. Be careful, love. Скарлетт пыталась камушки бросать, а там одни булыжники. Woo, you fast. Тут такая лавочка. Hey, it's made out of rocks. Yeah. Sit, Sissy, I'll take a picture of you. Can you sit on my lap, Trini? Oh, it's okay, you can sit next to each other. Aww. Очень так, такое мирное место. Trini, let's have a race. Конечно, мои кричат, мир проходит, но если бы я тут жила, я бы, конечно, сюда часто приходила, особенно по утрам. Встречала рассвет. Ну, конечно, это мне так кажется. Вы же понимаете, когда этого имеешь... Так не делаешь. Ух ты мой. Be careful, застрой. Ота. По ветру. Be careful, Трини, be careful. Побежали, девчонки, только не скатились ни туда и не туда. Be careful, love. Скарлетт тут предлагает, чтобы это самое, чтобы они играли в прятки от меня. Ну, вот здесь, за деревьями и с озером, да, прятки, я думаю, не самая лучшая идея. Она взяла какой-то тут камень, хочет принести домой, да, для Габриэлова аквариума. Тринити, ты куда? Видите, тут даже для лодок есть вот спуск. Куда идем? Good job! Hey. I'll miss that. Be careful. You got it! Yeah, it's gonna fly, float away. Bye, Liv! Bye! Okay, I'm ready. Watch out, Jenny! Don't bump yourself on the head with that. Whoa! В общем, нашла булыжник. Говорю, осторожно, а то, может, еще крокодил вылезет, сейчас схватит вас. Он говорит, тут крокодилы живут. Я говорю, откуда я знаю? Я ничего не вижу, тут темно в озере. В общем, так мы и развлекаемся. Девчонок сегодня такой день натуралиста. Ой, она говорит, сейчас будет убивать крокодила. Все, заглушила. Сейчас выплывет пузом вверх. Кстати, нашла какой-то орех. Давай, думаю, о, похоже на грецкий. Наверное, так и есть грецкий. Посмотрите, начала опиливать. Но я так и не до ореха не дошла. Так противно было. You wanna throw? Hold on. Сейчас тебе маленький камушек давай. A big one. Big one, okay. Wow! Oh my goodness. Мы пошли на вот ту лужайку, там где трава. Okay. Oh, be careful. Be careful, mommy. I'm trying. I'm trying to be careful, baby. I'm trying. Yeah. Big one. What? Giant crocodile. Okay. Все, теперь он пойдет слушать, тут точно есть крокодил. Мама тут. Начала тут слухи теперь. Боже, какая красота. Какой воздух, какой вечер. Просто обалдеть. Блашу тень. Осень, вечер. Вот такой прекрасный, прекрасный день. И прекрасное, прекрасное окружение. Пока тут нас могут не заловить и сказать, вы Траспейс Сити, вы здесь не это самое, вы здесь не живете. Мы вас сейчас арестуем. Трынка, арестует нас. Наручники оденут. Да. А, красота. What happened? Water? Yeah, I know. Смотрите, дерево, дерево, дерево. И вот такие кореняки. Так красиво. Очень прикольно. Природа.
Неповторимо. Мы сейчас идем в этот туннель. Careful, okay? Надеюсь, что там нету змей. Мама, ты хочешь? Я вижу, что там в голову бредет. Be careful, my love. Okay. Yeah, there are no water. Okay. Be careful. No water. Okay. Good job. Вот, у меня трыня такая. Все повторяет. Осторожно, осторожно. Ой, ой, ой. Тут надо маме быть осторожной. Yeah, some people, I think they were taking pictures over there. You get down. Be careful, lots of rocks. Mommy, what if there's a spider web there and there's a black spider? It's very possible. You better watch out. It's nature, you could find all kinds of stuff. Be careful, love. Uh-oh, there's rocks. And even rocks. Другая сторона тоннеля. Скарлетт. Подожди, мама идет. Ой. Ой-ой-ой. Ух ты! That's that waterfall! Это тут водопад! Какая прелесть! Oh my goodness! Oh my goodness, it's so pretty! No, baby, it's a waterfall. It's a natural playground. It's a waterfall. Как красиво. Mommy, can we go to a real playground? I don't think they have real playground in this neighborhood. No. Карли сказала, это было классно, потому что так близко она была к этому к водопаду. Листики уже начинают, верхушки уже начинают менять цвет. Хотя большинство деревьев еще зеленые, но верха уже начинает сдавать. Мы просто гуляем сейчас по улице, убиваем время. Девчонок... Вау! Девчонок придется забирать немного раньше, потому что... По идее, их не ужин должен продолжаться до 7 вечера, и Габриэла тренировка должна продолжаться до 7 вечера. А мы в получасах езды от школы, так что... О, get! Скарлетт, show me what you find. Говорит, мама, это яйцо? Я говорю, ага, динозаврское. Теперь Тринка не может... It's egg. Теперь Тринка это самое говорит, а, динозавр, яйцо динозавра. Dinosaur bone? No, we haven't found the bones. В общем, время идти. Девчонок забирать. Приехала за девчонками. Они не готовы идти, а ехать надо. Им уже весело. Они в бадминтон играют. О, посмотрите на это соседство. Это просто прелесть. Look at this. Посмотрите, как красиво. Правда, женщина, вот эта, которая пригласила нас сюда, она раз гуляла по этому соседству. О, there they are. Oh my gosh, there's so many. So beautiful. There's a baby deer. В общем, она сделала фотографию, говорит, что она бегает, бегала по соседству, а сделала фото, короче, она увидела, как горный лев, короче, убил оленя. И грыз. Да.
Габриэла забрали, все в сборе. Теперь девчонки мне объявили, что надо поехать в магазин. Ох. В магазин мы уже заехали, я купила там девчонкам, надо было какие-то кремчики, потом там Анжелике нужны были фломастеры и плакат в школу. Плаката такого я не нашла в том магазине. Она говорит, значит, поехали в другой. Я говорю, я уже никуда не еду, все. Она позвонила Дэнни. Дэнни как раз вернулся с работы, говорит, я тебя возьму, так что он со старшими девчонками поехали в Walmart. А маленьким девчонкам я купила тут слаще, малая уже мороженое доела. Не доела, а так поклевала, я морозилку поставила. Так что у нас десерт. Итак, не буду ждать, я уже, когда все будете спать, я буду закрывать влог сейчас. Всем спасибо большое за просмотр, за то, что вы пришли ко мне в гости. Добро пожаловать, за все ваши лайки, комментарии, они мне очень дороги. Пойду загружать видео до того, как я устану, потому что, если вы заметили, 2 дня подряд я выпускала видео достаточно поздно. Сегодня так получилось, потому что Джульетте нужен был компьютер, она писала сочинение, и почему-то вот, ну как, видео загружалось, но пока она на нем работала, загружалось очень-очень медленно. Так что буду прощаться и загружать видео. Возможно, завтра будет немного быстрее. Ну а вам спокойной ночи, до новых встреч и бай-бай.